Всем привет, с вами Психиатр, мы продолжаем играть в Kingdom Rush. Так, ну и очередной у нас тут уровень, судя по всему, со скелетами, да? Да, скелеты, зомби, вся фигня. Я взял опять главного героя Они, поставлю его куда-нибудь сюда. Ничего тут не кликается, давайте сразу проверим на предмет секретиков, ачивочек и всего такого. Ничего тут не прокликивается, он сидит. Ничего не прокликивается почему-то. Так. Ну, я не знаю, я не вижу секретов, если честно. Может быть, их тут и нету. Ладно. Фиг с ним. Не кликается и не кликается. Давайте думать, что куда будем ставить. Я думаю... у нас тут два направления. Или вот тут, или там. Ну, давайте. Давайте вот тут вот поставим. Раз башню, два башню. Чуть-чуть их улучшим, сколько можем. И... поехали. Поехали, начнем. Ой, нифига, вы прямо отсюда лезете. Собаки такие. Так, пацаны. Идите пока что сражайтесь с этими упырями. Бляха-муха. Что-то у нас жестко проходит, по-моему. По-моему, здесь моя тактика не сработает сегодня. Вот, потому что сразу с две стороны надо качать и ставить тесвы. Вот. А за это время надо как-то быстренько денег накопить. Так. Я пока запускать не буду все-таки. Давайте поднимем пацанов. Пускай они стоят, стреляют сразу. О, нормально. Во, хорош. Красиво. Так, еще пацаны, идите. Идите, защищайте твою налево. Проходят сволочи. Проходят сволочи и сволочу и лезут из всех дырочек, из всех щелей. Бляха, там и снизу идут скотины. И сверху летят. Давай, дружище, перебегай сюда потихоньку. Пацанов я сюда тоже вызову. Надо уловить этих говнюков. Бляха, денег вообще нету. Денег просто не капает. А эти говноеды сейчас начнут проходить, потому что, ну а что я могу сделать с этим? Там, конечно, отстреливают кое-как, но... я не знаю, давайте запустим сюда такой фаршоу. Ты главный герой, быстрее давай, беги. Беги, беги, пацанов подзови. Во, нормально. Держим, держим. Нам сейчас только раскачаться, только тесфу поставить. И мы затащим, пацаны, я отвечаю. Так, пацаны, идите. Идите, убивайте бомжей. Хотя бы одну. Хотя бы одну тесфу надо. Чтобы она электричкой фигачила. Потому что бомбарда прям очень слаба. Бомбарда себя плохо показывает. Отвратительно плохо. Стреляй, стреляй. Давай, давай, молодчик. Во. Сейчас я еще вызову на подмогу. Бляха, главный герой погибает, кстати. Нет, главный герой жив. Живчик, молодец. Но денег все так же и нету. А там зомбаки, кстати, пошли. Зомбаки идут снизу. Зомбаков нужно на мясо пускать. Быстренько. Покойненько. Тихо. Где пацаны-то мои? Че их так мало? Еще, 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 еще. Во. Давайте, ребятки, ну вы что не держите-то нифига? Ёб твою налево. Сука, там сейчас пройдет. Нет, не пройдет. Быстрее. Ага. Банзай! Банзай, говнюков. Нет, тактика, тактика, мне кажется, все-таки... а, вы вот так вот идете, нихуя вы, черти. Ладно, тогда вниз. Раз они все туда. Че сразу молчали, блядь? Что вы все вниз, ублюдки? Блядь, тесла наконец-то есть! Только поздно уже. Уже слишком поздно, по-моему. У нас там прорывы по всем фронтам нафиг. Главный герой, давай быстрее. Во. Держим, держим, пока справляемся, слушайте. Пока что идет. Потихоньку, помаленьку. Убару!
Угу. Все, электричка начинает работать. Теперь надо срочно как-то вторую ставить. Вот, потому что говнюки идут. Вы там стреляйте пока, подкидывайте свои стрелы. Вон, главный герой там будет встречать, задерживать пацанов, пока Тесла разбирается со всеми. Блядь, денег нету вообще. Это ж беда какая-то. Вот, чуть-чуть есть. Чуть-чуть прокачаем, чтобы она фигачила пободрее. Банзай, ёпте! Так, следующую волну. Кто такие? Падший рыцарь! Прожженный скверный в самое сердце рыцарь, избранный путь кровопролитной резни. Высокая устойчивость к магии, высокий урон, воскрешение из мертвых. Вот падла. Бляха-муха. Ладно. Да ёбаный свет, еще и вы. Еще и вы, гандоны. Откуда вы-то вылезли? Так, он идет один. Он идет один пока что. Скелеты появляются. Ну, пускай подходит. Давайте пацанов поставим, чтобы они встречали сразу. Вот, закидывали по нему свои стрелы. Тормозили его всячески. Во, нормально. Стреляй, пацаны. Сейчас мы его тут убьем еще на подходе. Этого рыцаря падшего. Чтобы ему неповадно было. Во, нормально, хуярят. Так, следующие идут. Бляха, там второй рыцарь пошел. Второй рыцарь — это плохо. Ну ладно, мы этого почти добили, кстати. Мы с вами молодчики. Молодчики-красавчики. Давайте добьем его, ребятки, нет? Они не тех бьют, кого надо. В этом их проблема. Ладно, там, я думаю, башня нормально затащит, справится. И главный герой еще у нас имеется. Вот тут у нас скелеты подходят. Но тут сейчас электричка должна их вынести, по идее. Я надеюсь. Главный герой, давай иди сюда. А-а-а, вы чё? Направление сменили, сволочи. Чё делаете, падлы? Ёбаный налево. Так, главный герой, подходи. Угу, молодчик. Это что за хуйня? А, это он воскрес. Я все понял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Бляха-муха. Сука. Я держу наготове. Наготове держу. Давайте вот сюда запустим. Так, давите вот этого скелета. Молодчики. Так, это говно сейчас встанет. Конечно же встанет. Так, это призрак, понятно. Призрак, понятно. Призрака мы заценили. Слушайте, крепкий ублюдок. Давайте еще вызовем. Герой помер, серьезно. Как это? Как это так? Так, Тесла следующая пошла. Отлично. Ёбаный в рот, блять, проходит упырь. Какого черта его так плохо встречаете? Я не понял. Главный герой, давай быстрее. Быстрее, 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 быстрее держать фронты, блять, и там наверху идут. Казалось, все, главный герой затащил. Да, главный герой нормально, более-менее тащит. Так, зомбаков, зомбаков надо сносить. Бляха, там еще два ублюдка идут. Сука, черти, а. Надо еще ставить Теслу. Еще вот сюда. Еще вот сюда, пацанов тоже. О, пацаны, нормально. Главный герой, давай подходи. Сражайся с этим упырем. О, нормально по нему проносит. Проносит, дай боже. Отлично, убили. Блять, он воскрес. Я забыл, что он воскресает. Давайте вот так вот жахнем. Чтоб бонуски с ним не ебать. Так, вы пошли наверх, замечательно. Нам на руку. Иди встречай главного этого. Иди встречай, я сказал. Главного ублюдка. Так, и я... Нет, я сначала вот эту буду прокачивать. Так, пацаны, идем. Идем быстренько. Ай ты, ёб ты, куда ты? Не уходи. Да не уходи ты, ну. Подойди сюда ближе. Во, нормально. Короче, главное сейчас всех этих рыцарей и падших убить. И призраков их тоже. Потому что эти сволочи очень живучие. Бляха-муха. Они главного героя убили. А что-то, кстати, на призрака хуже, по-моему, как-то пролетает, или мне кажется. Да ёбаный свет, остановите его! Там еще один воскрес, сука. Где главный герой-то?
Быстрее! Быстрее подходи! Ладно, нормально. Не в того, ну хуй с ним. Блять, а тут тоже прорывы! Ёбаный! Быстрее! Вот это я пропустил. Вот это я не заметил. Так, главный герой, быстро подходи. Надо контролить ситуацию. Потому что тут что-то прям... прям беда. Беда, беда. Так, там стреляют. Бляха, муха, ты посмотри, что творится. Еще два рыцаря и еще два призрака. Что это такое? Не зависай. Так. Ага, ага, ага. Тут прокачали, тут все нормально. Так, запись идет, все хорошо. Блять, очень много рыцарей идет, между прочим. Я хуй знает, что с ними делать в данной ситуации. Их очень дохуя здесь. Мы, походу, просрали сейчас все. А они еще и, блядь, по прямой, серьезно. Да вы чё, ну? А чё так жестко-то сразу? Чё мне с ними делать? Это ж нереально, по-моему. Давайте вот сюда их в кучку. В кучку хуярь! Бляха-муха. Ёбаный свет, быстрее! Так, один минус. Следующий, быстрее. Быстрее, сука, там еще один ублюдок! Ёбаный в рот. Блядь, ГГГ! Главный герой умер. Все, они прошли. Мы просрали, пацаны. Мы про... ну, он, блядь, прошел. И с этими тремя вообще непонятно, что делать. Но это пиздец. Это пиздец. А что так жестко-то? Короче, Теслы нифига не работают. Теслы вообще нихуя. И, блядь, ну, конечно же, полгода ебаный метеорит восстанавливается. Да все, блядь. Пролетели нахуй. Все, 16 хп. Давайте заново начнем. Ай, так, я даже не знаю тогда. Тесла нифига у нас не запахала почему-то. Давайте, что ли... давайте, во-первых, тут вот защитников поставим, потому что у нас была проблема с тем, что пацаны пробегали. Овакин, давай-ка вот сюда вставай, раз. Если что, будете держать. Да? Я даже не знаю, куда бы еще поставить. Уж больно местечко тут хорошее. Давайте вот сюда магов я воткну. Вот. Вот так вот. Потому что Теслу очень сложно было отстраивать в этот раз. Может быть, маги как-то получше себя покажут. В конце концов, они показывали у нас кое-какой результат. Так, еще толпу сюда. 6 человек у нас есть. И еще... троих я поставлю сюда. Пока что. Так, этих... прокачивать, не прокачивать. Или, может быть, лучше я вот сюда поставлю. Давайте пока сюда бомбарду. Может быть, до Теслу ее довернем. Погнали, посмотрим. Попробуем такую тактику. Не знаю, что из этого получится. Может, я какую-то хуйню, конечно, сделал, но... пока что так. Короче, пацаны будут держать... а в это время маги их будут расстреливать. Маги не так быстро убивают, естественно, как Теслы. Ну, толпы. Зато они лучше справляются против более сильных вражин. Вот, пробивают сквозь защиту. Неплохо так. Насколько мне известно. Вот, поэтому будем действовать такой тактикой. Со скелетами сейчас, конечно, должно быть посложнее, но с рыцарями, по идее, должно быть попроще. Я надеюсь, по крайней мере. Так, пацаны, лови их. Лови. Ага. Ну, пока нормально. Пока нормально, пока работаем. Винфорс, выходи, пацаны. Ага. Во. Ну, получается, получается их потихоньку стопорить. Вот. По-моему, даже получше идет, чем когда мы чисто башнями играли. Ну, поначалу, по крайней мере, там не знаю, как пойдет оно. Ну, надеюсь, что все нормально будет. Так, сори, в ВК мне кто-то написал. Не обращайте внимания.
Так, 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 главный герой. Давай там, давайте вот так вот запустим нафиг. Чё-то их тут больно много. Иди сразу, встречай. Встречай, там будь на подлете. А вы, пацаны, тут в толпе расстреливайте нафиг. Вот, вместе с башнями. Красавчики. Банзай! Банзай, 12 монет мне отдай. Так, пошли зомбаки. Зомбаки, пошли. Зомбаков встречают. Пацаны стреляют. Нормалечек. Так, это я апну. Денежек хватает. Все замечательно. Тю-тю. Так, ага. Тут прям какой-то месил опять жесткое начинает появляться. Давайте-ка опять прочистим ряды. Прочистим ряды, и там зомбаков пойдем тоже встречать. Вот, ибо нефиг. Ибо нефиг, стреляйте, братья. Хорош. Хорош. Красавчики, всех ловят. Никто не пройдет сегодня. Тактика рабочая должна быть. По идее. Так, все, тут нормально отстреляли. На Тезву пока что денег нету. А, пацаны, идем сюда, продолжаем стрелять. Тут у нас нормальная такая группировочка. Стоит. Против толпы-то слабаков. Слабаков, блин. Просто что будет, когда зомбаки пойдут. Но я надеюсь, маги справятся. Вот, сейчас мы еще Тесу сюда подключим, чтобы она там посерединке по всем упырям развешивала. Блять, ну ебаный свет. Какого хуя? Че не добили-то, ну? Че упыри проходит? Так, давайте прокачаем, потому что что-то гибнут наши эти пацанчики. А гибнуть они не должны. Следующая волна пошла. Так, герой 6 уровень, отлично. Замечательно, прекрасно. Так, идет, кстати, первый говнюк, а Тесвы до сих пор нету. Почему? Она должна была встречать этого говнюка на подходе здесь. Так, давайте пацанов тоже апнем. Вот, чтобы говнюк замедлился у нас на них и быстренько их не ушатал. Так, главный герой, пиздуй сражаться сразу. Убивай его. У тебя там есть во. Дубина нормально работает. Хуярь, хуярь его. А то там еще второй идет. Нафиг надо. Все, пацаны, фигачим толпу. Ага. И я сюда закидываю метеоритный дождь, чтобы призрака быстренько ушатали. Все, главный герой, идешь дальше. Сразу его мочишь. Давай-ка вот сюда, чтобы под этот он попал. Во, немножко там потоптал огненную землю и... Хорошо. Ладно, спокойненько. Так, Тесла пошла, наконец-то. Банзай. Спокойно. Задерживай их. Задерживай всеми силами. Во, молодчик. Угу. Так, пацаны, встречаем. Маги пошли. Первый маг пошел. Остальные тоже сейчас. Во, нормально. Красавчики. Слушайте, ну в этот раз явно лучше идет. На мой взгляд. Так, сюда бы, конечно, статику вкачать. Потому что там и зомбаки он появляются. Чтобы их сразу выносило. Так, пацаны, пацаны, фигачим, фигачим. Блядь, 3 монеты не хватает, а? Ладно. Так, пацаны идут сюда. Нет, главный герой идет сюда.
И встречает упыря. Статику вкачиваем. Пацаны там подстреливают, пускай. Во, молочки. Так, спокойненько. Главный герой. Главный герой! Ёбаный в рот. Во! Хорош, у него есть вот этот удар сильный. Это мне нравится. Красава! Завалил. Так, теперь идем вниз. Идем вниз, ты идешь сразу вот сюда. С зомбаками там справиться, а вот... Фиолетового ублюдка надо бы самому замочить. Так, давайте я еще статику включу, чтоб посильнее там фигачило. Во, нормальненько. Ага, пол хпшки нету. Прекрасно. Так, я не понял, почему там всех пацанов наших убили. Ладно, ничего страшного. У нас там еще одна группировочка стоит. Красавцы! Там затащили, тут вынесли. Сейчас еще призрака снесут, и будет вообще отлично. Бляха. Давай-ка тостеров вкачаем. Пацаны, на подмогу. Главный герой что-то слаб. Слаб, сам не вывозит. Бляха, давай убивай быстрее. Сука, сейчас убьют. Ага. Бляха-муха, какого хуя-то? Они появились вообще не там, где надо. Быстрее, главный герой, иди. Блять! Срочно! Есть, нормально. Не пройдут. Все, хорош. Что за подставы, блять? Я не понял. Так, там у нас еще, значит, рыцарь. А, вот на этой волне, по-моему, просрали. Это ж тут дофига рыцарей пошло сразу. Все, значит, встречаем его тут сразу у Теслы. Пускай их фигачит. Во все стороны, во все щели. Давай, давай, встречай, дружище. Наверху у нас пожестче, конечно же, идут, потому что там и обычные рыцари, и призраки потом. Внизу сразу призраки. Так, давай, 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 вот сюда на подходе. Угу. Начинай его фигачить. Молодец. Так, тут у нас чего? Тут надо держать, пацаны. Как хотите, но надо. Бляха-муха. Так, главный герой, срочно! Блять, фаер-шоу. Хорош. Фак, 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 фак. Главный герой помер. Все нормально, с теми разобрались упырями. Сейчас бы главный герой, конечно же, воскреснул побыстрее. Давайте магов прокачаем, потому что что-то они пока слабоватенько бьют. Меня это совершенно не устраивает. Так, надо вот того верхнего ловить. Где главный герой-то, ёбаный? Вот он. Молодец. Давай, давай, фигач, дружище. Там, пацаны, тоже выходите. Хорош, молодец. Наверх быстрее. Красава, все по центру. По центру вставай. Так, Тесла у нас прокачана, замечательно. Все, с этой волной мы справились. Мы до нее не доходили до этого. А, так, я еще поставлю магов, чтобы по всей пути этих рыцарей сносило, естественно. Блять, некроманты пошли. Некроманты это плохо. Некроманты скелетов вокруг себя начинают поднимать. Их надо срочненько выносить как угодно. Ну ладно, там, в принципе, сейчас их Тесла должна отфигачить. Вот она по толпе фигачит у нас, так что нормально. Все должно быть окей. По идее. Ладно, справляются, справляются потихонечку. Так, главный герой, подходи. Надо бы как-нибудь вылавливать. Во, нормально. Во, красава. Все, главное этого упыря поймать, чтобы он не вызывал никого. Да бляха-муха. Ну-ка давай вот сюда, заряди. Чуть-чуть. Там сейчас и второй сдохнет, отлично. Второй тоже помер. Так, вы, ребятки, добивайте, значит, оставшихся скелетов. Молодчики. Тут давайте я еще одного мага воткну.
Вот, это прокачаем, это прокачаем. На это денег не хватает. Все, заполоняем тут все магами. Чтобы они у нас нормально делали тут мясо. Так, главный герой, ты иди туда. Кто такой? Мерзость, громадный кровяной голем из плоти, изуродованных тел и конечностей. Множество существ, низкая скорость, погибая, взрывается, бляха. Ёбаный в рот. Так, главный герой, лови. Лови упырей. А вы ловите вот этих упырей. Главный герой. Ага. Так, да блядь, ты чё не добил-то, ну? Сука, чё-то не прошли. Пацаны, давайте там фигачьте. Да ёбаный свет, какого хуя вы лезете? Не там, где положено. Так, я если чё наготове. О, давайте вот сюда закину я. Толпу. Бляха, муха, да что ж такое? Быстрее там. Угу, нормально. Все, контролька контролит. Герой контролит. Все нормально. Справляемся. Сейчас главное мерзость эту завалить. Давай-ка, дружище, выходи. Во, красава. Фигач, фигач, фигач. И отходи. Отходи, она взрывается. Подальше отойди. Во, нормально. Интересно, оно своих задевает, когда происходит взрыв или нет? Фиг его знает. Так, мерзости, рыцари. Падшие. Скотины такие. Ладненько, не торопимся. Пацанов. Пацанов надо вызвать. Мага качаем. Потихоньку. Так, отходи. Отходи, сейчас рванет. Пошел. Пошел бонзаить. Во. Во. Молочек. Давайте следующих. Сейчас уже можно. Сейчас уже нужно. Так, подходи вот сюда в центр. Начинай фигачить скелетов. А, так, пацанов ставим. Опять там мерзость повылуплялась. Ничего страшного. Давай, главный герой, подходи. Начинай фигачить. Изо всех сил. Пацаны, я надеюсь, там справятся у нас. Всех задержат. Стоящих зомбаков и скелетов. Вот, ибо нефиг. Так, отходи. Давайте вот сюда фаер-шоу запустим. Фаерболы. Пацаны, прокачайтесь немного, а то еще вы стрёмные какие. Все, лопнул. Блять, там три рыцаря. Давайте-ка лучше к рыцарям пойдем. Рыцари, это опасно нафиг. Так, маги, стреляем, стреляем. Во, маги начинают работать, смотри-ка. Маги уже нормально так, кстати, их сносят. Этих говнюков. Не зря я их ставил. Ну, слушайте, 8 волн. Половину этого мы прошли. Это мы молодцы. Так, там взорвался, ничего страшного. Блях, пацаны, правда, сдохли. Ну, ладно. Сейчас новые выйдут. Пока что держим. Давайте, наверное, я вот этих вызову, рыцарей. Потому что сейчас основная задача их все-таки сдерживать. Так, крысы, крысы, крысы. Лови крыс. Угу. Бля, крысы говном тварят всяким. Сволочи такие. Ни одна крыса не должна пройти. Еб ты бдышь. Давай, давай, добивай. Отлично. Следующий. Ай-яй-яй. Отходи. Сейчас лопнет. Лопнул. Бляха, лопается и всех моих этих убивает. Вот говнюк. Давайте вот сюда я фаербол запущу. Вот, чуть-чуть. Чуть-чуть разрядим обстановочку. Так. Вы держите. Главный герой тоже будет фигачить. Со всей дури. Маги. Маги прокачиваем. Не забываем про магов. Ай-яй-яй.
Ёбаные крысы, спокойно, главный герой быстрее. Ладно, нормально. Маги, 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 прокачиваем. Там, я думаю, добьют. Жердяя. Мы пока что сюда пойдем. Главное, чтобы главного героя не взорвали. Так, иди-ка сюда, дружище. Там новые подошли. Скотобазы такие. Вот, до 10 уровня прокачали. Молодец. Так, сейчас взорвется, конечно. Еще прокачка. Потихонечку, потихонечку. Сейчас все хапнем. Тяжко, тяжко идет на самом деле уровень. Вот, на тоненького тут все. Ну, пока что мочим. Пока что держим. Ну, маги там, смотри, как нормально. По ХПшке сняли этому. О, добивайте, добивайте. Все, красиво, справились, слушайте. Десятая волна пошла. Десятая волна крысы, магов мы апаем, естественно. Не знаю, правда, еще будем ли мы их в каких-нибудь этих поднимать, синих или оранжевых. Ну, фиолетовых, я имею в виду. Сейчас решим. Так, дружище, ты давай там подходи, а то три упря. Давайте, наверное, в чародеев я все-таки, да? Или нет? Ладно, давайте чародея поставим. Вот он будет накладывать на них всякое говно, и они будут быстренько дохнуть. Так, пацаны, держим, держим удар. Во, еще одного мага. Чародея, точнее. Фигачьте там, пацаны. Красавцы. Молодчики. Во, жарят. Давай, давай, дружище. Не тормози. Добивай. Давай, во, супер ударчик. Еще мага. 270 надо. Так. Тю-тю-тю-тю. Отлично. Давай, давай, фигачь его. Вот там оранжевые эти. На него хуярят. Так, спокойно. Тут держим. Давай, дружище, подходи вниз. Тут у нас маги пока что послабее. Плохо справляются. Ляха, 270. Вот, есть. Так, а там что, я не понял? Почему там не вынесли до сих пор? Почему так медленно? Ну-ка, выходите, пацаны. Гачьте и призраков и всех. А ты ёбаный в рот. Давайте, фаербол. Отлично. Ловим, ловим, ловим всех бежавших тварей. Прекрасно, все. Мага еще одного надо. Так, пацаны. Лови нахуй. Ну-ка, отойди. Что-то там пахнет. Пахнет, что сейчас что-то лопнет. А, так, давайте, наверное, вот сюда я поставлю хранителей. Вот. Это будет, так сказать, у нас крайний фронт, который будет добивать те, кто все-таки протиснулся. Вот, потому что эти маги все-таки посильнее фигачат, а те больше как-то на толпу. А эти будут у нас добивать самых крепких. Все-таки смог дойти. Потому что эти чародеи, видите, они как бы по-разному фигачат, а этот самого ближнего. Так, пацаны. Давайте-ка еще вот вас подниму я.
Ага. Так, отойди чуть-чуть. Вот. Нормально. От, сука. Да ёптыть. Бейте. Красиво. Так, главный герой. Все, красиво. Так, сюда второго мага. Мага ставим. Вот, будет он фигачить следующую волну. Так, давайте-ка, наверное, сразу будем встречать и сразу фаер-шоу им устроим. А то что-то больно там их много идет. Сейчас они там все сгорят потихоньку. Бляха. Главный герой, иди. Иди, начинай их лупасить. О, молочек. Давай, давай, добивай. Ну, практически. Давай. Во! Хорош. Так, теперь внизу. Внизу идут скоты. Того добили. Давай теперь с этими сражаться. Давайте овечку я поставлю везде. Пускай их превращают нафиг. В овец. Будем их стричь. Так, там справились. Главный герой наверх. Угу. Подходи, подходи. Так. Сюда овцу. Слушайте, как долго мы? 40 минут уже практически этот уровень проходим. Капец он длинный. Капец он медленный. И это еще только 12-я волна. Во! В овечку его. Туда эту суку. Красавчики. Ля, чисто одни в овцу превращают, другие овец добивают. Молодцы, давайте тоже овцу. Вот, и давай авадокадавру прокачивай. Все, красиво. Красиво, молодцы. Они даже превратиться, получается, не успевают. Своих этих магов. Потому что их колдуют в овцу, и они дохнут сразу. Воу. Это забавно. Это прикольно. Так, давайте сразу сюда запустим против двух некромантов и рыцарей. Еще и туда немножко залетело. Вот это я понимаю. Вот это по мне. Вот это другое дело. Давайте, ребятки, там овечку наложите на них. На этих сволочей. Хорош. Наверх. Наверх подходи. Ладно, иди сюда. Там добьют. Надо рыцарей встречать. Так, давайте я мага прокачаю. Такого еще одного сделаем. Скай колдует. Угу, так. Рыцари, рыцари, больно вы быстро дохнете. Больно вы слабо работаете. Так, ну пока нормально, слушайте. О, в овец, хуярьте, пацаны. Ха-ха! Красавчики. Молодчики вообще, прелесть. Прелесть моя. Ага, давайте сюда фаербол запустим, а то там три некроманта стоит. Нафиг ненужных. Все, отлично. Отлично. Вообще прекрасно.
Тю-рю-тю. Так, овца идет сюда, и еще одного мага будем строить тут, естественно. Вот. Пускай тоже потихоньку стреляет. Герой, подходи давай. Во! Во! Ха-ха-ха! Давай, 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 давай. Так, встречайте там рыцарей всех этих ублюдков. И фаербол сюда закиньте им в толпу. О, другое дело. Другое дело, ёпты. Покойненько. Так, башню надо улучшать. Я думаю, мы пройдем этот уровень. Пока что ничего не предвещает беды. Тактика с магами была все-таки верной. Держитесь там. О, красавцы. Бать, толпы этой мерзости идут просто. Просто куча. Жесть. Жесть. Но они лопаются, так что нормально все. Одна волна у нас остается. Давайте еще сюда, что ли, мага. А то что у них на этой стороне меньше, чем на той. Вставай. Угу. Ну, погнали. Ой, бляха, начинается. Главный герой, иди сюда. Сука, вот эти зомбаки, конечно, которые из ниоткуда, блять. Да ёптеть. Давай быстрее. Ай-яй-яй. Не надо. Тихо. Зомбаки, конечно, вот эти, которые выходят сразу непонятно где. Где у меня никого не стоит. Это немножко нечестно. Так. Что у нас тут? Нормально все. Давайте я, наверное, фаербол сюда запущу против кучки скелетов и некромантов. Во, красиво. Так, спокойно, опять полезли. Опять полезли твари. И наверху полезли. Ловим их, ловим. Эба лезут, либо лезут. Спокойно. Ёбаный в рот. Блять. Пацаны. Твою налево. Да ну нахуй. Пиздец. Пиздец. Да вы чё, серьезно? Да ну я в рот ебал, что происходит-то? Это пиздос. Сука, твари! Блять, да ну нахуй, ну какого черта они-то просто толпой вылезли? Я хуею! Я ебал. Это пиздец. Это пиздос. Не, уровень-то мы пройдем, конечно, но у нас 3 сердечка. Вместо 20. Пиздец. Ну а кто знал, блядь, что такая хуйня пойдет? Я не знаю, у меня все, блядь, стоит, и все равно все пролезли. Черти. Ой, блядь, ну вы придурки, а. Я хуею. Ну и чё, победа. Победа, но. Такое. Только одна звезда из трех. Давайте еще разок. Еще разок. Будем немножко действовать по-другому тогда. Значит, сюда. Ставим пацанов раз. Сюда ставим пацанов два.
Вот, будем встречать, получается, здесь. Потому что зомбаки лезут оттуда, и это была главной моей ошибкой. А, бомбарду я все-таки поставлю здесь. Вот, потому что нужно фигачить там по толпе. Вот, маги не справились, получается. Так, это делаем. Это вкачиваем. Ну и начнем вот так вот. Да, маги, конечно. Я ожидал от вас большего. Тогда поставим лучников здесь. Лучников, рыцари будут там. И посмотрим, что из этого выйдет у нас. Пока что так. Пока что так, а там посмотрим. Угу. Блять, обидно. Обидно, потому что столько времени играли. И нифига не прошли. Ну а что поделать? Ой, блядь, лучники, чё так медленно? Да, лучники, конечно. Тоже те еще перцы. Но они стреляют хотя бы побыстрее. Маги медленные. Да ёб твою налево, ну. Убивай, убивай, ловите, пацаны, ну. Не давайте, не давайте пройти. Сука. Стреляй, красава. Так, тут чего? Надо тоже ловить. Так, выходите, пацаны, новенькие, свеженькие. И вы тоже выходите. Так, отлично. Ну, отстреливайте потихонечку. А, сука. Так, пацаны, выходи. Чё, где все эти? Давай сюда, заряди. Чё так стрёмно? Чё так слабенько? Винфорс. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, 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 еще, ребятки. Какая там, блядь, только третья волна пошла. Пиздос. Пиздос.
Серия уже 50 минут идет. Между прочим. Так, иди встречай сразу. Прокачивайся там, на нем. Да куда ты, ну? О, вот одного тачка снес. Молодец какой. И все, типа, а что, он не воскреснет? Странно. Странно, ну ладно. Так, новая цель. Короче, основная проблема оказалась не в жирных мобов, а в этих. В мелких ублюдках. А маги против них, как известно, не самый лучший вариант. Потому что маги медленные. Маги больше на сильных противников рассчитаны, на броню. Тут надо количеством брать. Ну, вот, и лучники стреляют, конечно, побыстрее. Ну и ТСВ тоже. Толпу жарят получше. Так, 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 спокойно. Тихо там. Тихо, блядь, главный герой твою налево. Не допускать прорывов. Вниз. Нет, сюда давай. Сюда пацанов вызовем. Да блять. Давай, давай, подходи, дружище. Во, нормально. Так, пацаны, стреляем. Стреляем, жахаем там, как хотите. А ты ебаный в рот. Стоять, суки. Во. Так, давайте, наверное... Спокойно, блядь, главный герой-то помер, да? А вот он. Все, отлично. Вот этих сначала апну. Так, пацаны. Блядь, встречайте тут зомбаков, а главный герой идет, пускай. Чуть-чуть не хватает. Пацаны, подстрелите там пару зомби. Ну, чуть-чуть подстрелите. Ага. Все, потихонечку есть. Потихонечку есть. Бомбард на максимум прокачаны. Пацаны, стреляй. Да добей ты его. Так, иди сюда. Не-не, вот иди сюда. Тут рыцарь. По рыцарю надо даже вот так вот жахнуть. Красава. Так, пока отойди, там подхилься чуть-чуть. Тут и полумертвый какой-то у меня. Во, иди добивай. Добивай рыцаря. Блях, четвертая волна. Да ёптыть. Лови его, сука. Да лови, ёптыть. О. Приемчики нормально используют по красоте. Так, ну этого должны сейчас расстрелять тут со всех сторон. И ТС выйдут. ТС выйдут против вот этих зомбаков, ублюдков таких. Сюда мага воткну. На всякий пожарный. Так, пацаны, стоим. Так, ты иди. Что стоит, болту гоняет. Так, ловите рыцарей. Ты давай с ним сражайся. Нафиг ты на зомби-то пошел. Так. Давайте-ка вот сюда я заряжу.
чтобы сразу парочку убить призрачных этих. Во. Так, а вы там стреляете как-нибудь. У этого говнюка. О, нормально. Подходи. Подхиливайся. Хорош. Добивай. Так, тут я не понял, почему. Почему здесь не справились до сих пор? Что за дела такие? Так. Электричку ставим. И два говнюка на подходе. Один говнюк. Где рыцари наши? О! Так, пацаны, встаем на защиту. И давайте фаербол сюда запущу я. Банзай! Банзай ему по башке. Во! Следующие. Нормально. Тащим, тащим, пацаны. Красиво. Так, встаньте куда-нибудь сюда. Давайте и статику прокачаем. Как раз сейчас против зомбаков, против толпы. Будет нормально. Ну-ка иди. С этими ублюдками. Ёбаные некроманты. Во! По башке там ему заряжай. И вы тоже помогаете. Так, с одним некромантом разобрался. Давай второго убивай. Во, по башке ему. Третьего тоже хуярь. Не-не-не, дружище, ты не будешь сегодня никого воскрешать. Никого поднимать. Сегодня будешь помирать. Тин-тин-тин-тин. Тю-тю-тю. Давай подходи сюда. Пока что. Не, давай сразу зомби. Начинай мочить. Так. Статику сюда. Статика, конечно, вещь. Сразу целую кучу скелетов и зомби будет убивать у нас. Так, поехали, наверное. Да? Зомби, зомби, мерзость. Поехали. Мерзость мы сейчас быстренько отфигачим. Пацаны теперь у нас там встречают. Вот. Отлично. Пацаны встречают. Тесла фигачит в это время. Все прекрасно. Давайте еще. Сюда пацанов вызову. Красота. Так, герою надо помочь немного, я так чувствую. Вот, а то он что-то плохо справляется. Хоть и 10 уровень, но тем не менее. Молодцы, молодцы. Молодцы, красавцы. Так, Теслу прокачали. Давай теперь увеличим количество целей. Вот. Так, держите мерзость, ага. Зомби, мерзость 5 штук. И падших рыцарей 3. Секунду. Давайте, во-первых, вот так вот сделаем. Во-вторых, надо лучников, наверное, апнуть, а то они совсем у нас слабенькие. Ну и погнали. Так, ловить сразу ублюдка жирного. Ага, ага, ага. Ну там, зомби несущественно. Всех расстреляют, я думаю.
Убару. Так, 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 давайте. Вот сюда я заряжу. Против рыцарей троих. Иди их добивай. О, молодец. Отходи. Отходи, пока не помер. Отдыхай. Отдыхай, пацаны, пускай задерживают. Так, все, в бой. В бой, во, полбашки снес. Следующий. Следующий, следующий, подходи. Нормально. Так, подходи, подходи, дружище. Блядь, что-то все плохо. Тут больно много мерзоидных личностей у нас появилось. Так, дружище, наверх давай дуй. А то что-то там все плохо. Давайте, наверное, метеоритный дождь сюда по сразу пятерым запустим. Вот, ну по четверым хотя бы. Вот, другое дело. Другое дело. Вот это я понимаю. Крысы пошли. Ну, с крысами сейчас справиться легко. Тут у нас тесвы. Ну, по 5 целей. Нормально. Иди дальше туда. Фигач их. Лучников качаем. Еще чуть-чуть качаем. Пускай стреляет. Вы давайте там с некроматами сражаетесь, ёптать, пока они армию не вызвали себе. Во, один минус, второй пошел. Хорош. Так, тут у нас чего? Тут надо запускать. Во, нормально. Так, добей этого ублюдка. Красава. Иду, наверное, в центр сюда. Блять, помер. Сука, давайте вот этих инкерей сюда посажу. Они там здраво должны разносить, по идее. Так, главный герой, хуярь. Угу. Тихо, 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 что происходит-то? Ловите их. Ловить этих падал. Да что ж такое? Сука, черти, а. Ёбаный свет. Проходят, паскуды. Ай-яй-яй. Главный герой, давай, 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 давай. Вынеси его. Метеоритный дождь сюда еще тоже. Блять. Спокойно. Чуть не прошел. ГГ, не вовремя вообще умер. Так, маг. Мне нужен. Ты мне срочно нужен. Должен посильнее там ебашить их. Главный герой, быстрее. Подходи, подходи, подходи. Там, я думаю, рыцари задержат нормально. А тут два этих жердяя. Во! Во! Ха-ха-ха! Разносим потихонечку. Жалим гондонов. Так, крыски, крыски, ничего страшного. Блять. Сука, быстрее. Метеоритный дождь. Хуярь, хуярь, хуярь. Красиво. На тоненького все идет, пацаны. Так, давайте вот этих рыцарей. Чтобы они подольше жили у нас, а то помирают что-то все. Прям беда. Так, лесные лучники в бой. Угу. Лучники чем хороши, у них еще радиус большой. В сравнении с магами. Вот, это прекрасно. Так, 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 так. Ага. Фигач. Еще фигач.
Ну-ка, подходи сюда. О, убивай, убивай вот этого. Вот этого убивай. Хорош, по башке. Так, внизу тут теперь лезут. Ну, если что, у нас метеоритный дождь. Давайте, наверное, я вот этого поставлю мага, чтобы он, если что, добивал. Нормально, нормально. Так. Корни пошли. Корни идут, отлично. Все. Недульку воткнули. Недулька должен тащить. Недулька должен стопорить всех, по-моему. Во, недулька молодчик. Недулька вообще красавчик. Так, спокойно. Главный герой, давай туда. Хреначих. Потихонечку. Во-во-во. Работаем, братья. Спокойно. Тихо там. Блять. Сука, как же много. Как же неприятно. Так, ну-ка давай. Много жирных чертей. Главный герой туда тоже. Тесла там должна справиться, по идее, наверху. Во, вот так вот. Бляха! Ёбаный свет, давай убивай побыстрее. Телепортируй. Делай что-нибудь. Пацаны, хуярим, хуярим. Красавцы. Ха-ха, нормальные, вот мотнули назад. Шикарно. Так, давайте-ка я, наверное, мага, что ли, или кого. Нет, сначала вот это поставлю. Сначала егеря воткну. Пускай корешки распускает свои. О, ты пэхует, ублюдков. Туда этих чертей. Во, нормально. Корешки. Вся фигня. Так, вот тут нормальная такая толпа собралась. Я думаю, надо взрывать их. Метеоритным дождем. Красавцы. Бонзай, бонзай. Так, пацаны. Давайте. Еще, еще корни. Хе-хе-хе. Бляха, корни это вообще вещь, конечно. Они их просто стопорят, они ничего сделать не могут. Это ж офигенно. Бонзай! Бонзай! Так, кто там? Рыцари? Ну, давайте. Так, еще сюда корешки я вкачаю. А ты иди давай встречай потихоньку. Фаербольчик запустим. До кучи. О, нормально. Нормально, в толпу. Ускай хуярит их сразу. Отлично, давай подходи дальше. О, лучник пошел. Ну-ка, дедулька, там свои корешки пропиши. Притормози. Давай, 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 подходи сюда. О, вы там тоже встречаете. Хорош ты, пэхаем, суку. Его нехуй. Так, главный герой. На подлете будь. Угу. 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 Так, уже больше часа эта серия идет, а мы до сих пор не прошли ни одного уровня. Это плохо. Так, ну-ка. Давай там исцеление какое-нибудь побыстрее.
Уж больно, сука, эти черти гибнут. А они нам очень нужны. Ебать там идет. Ну-ка, Авада Кадавру прокачаю. Пацаны, настал ваш выход. О, Авада Кадавра. Красиво. ТП-хай, ТП-хай, дружище. Ебать месиво. Ебать жесть. Блять, спокойно. Бляха-муха. Пизда. Пизда. Сука, быстрее. Ну ёб твою налево, прошел один. Фак. Блять. Быстрее, дружище, беги. Сука, один гандон прошел, но еще не все потеряно. С 19 хп можно 3 звезды получить. Это ничего страшного. Так, давайте мага ставить. Очень надо. И сюда мага. И сюда мага. Надо много магов. Прокачанных магов. А, вот таких вот. Нет, вот таких вот. Чтоб хуярили их. Фух, ну с той толпой более-менее. У нас тут новый, правда, уже идет. Но это ничего. Сейчас мы там разберемся с ней. Давайте-ка, наверное, куда-нибудь вот сюда. Тут и рыцари, и некроманты ебаные. Ну-ка, встречай. Во, по башке. Во, нормалек. Во, красава. Ха-ха, там, смотри-ка, всех корнями нафиг заделала. Так, давай, 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 давай. Блять, ГГ умер. Ничего. Сейчас встанет. ТП-хай, ТП-хай этих сволочей. Вот. Так, давай тоже ТП-шку там тебе. Авада Кедавру. Чтоб хуярил. Только пацаны. Угу. О, во, вот это другой разговор. Вот это я понимаю. Вот это шикардосик. Так, давайте вот это и вот это докачаем. И надо дальше. Надо дальше мага качать. Следующего. У нас еще две волны нас ждет. Сука. Поехали. Добивай, добивай. О-ха-ха, красава. Давай наверх, стопорим. Стопорим в кучку их, в кучку. Пока рано. А, так, давайте вот этого мага теперь. Стоять, сука. Вилкой его тыкай. Говна этого. Хорош. Так, пацаны, тормозим. Главный герой идет сюда. Вот сюда точнее. Угу. Во, нормально. Во, хорош. Дальше мочим. Отходишь. И я запускаю метеоритный дождь нафиг. Такая толпа. Грех не стрельнуть. Так, погнали, погнали. Бать тут народу. Might and magic. Хорош. Спокойно. Корешками их. Не даем пройти. Сука. Вот черти, а. Лопайтесь, лопайтесь, сволочи. Нормально. Давай, дружище.
Все, тащим, пацаны, тащим. 14-я волна идет. Если мы сейчас вот этих жирных упырей сделаем, то и... Ну, мелкие-то точно не должны пройти. Так-то вот, так у нас там и Тесвы, и лучники стоят. Должны всех их ловить. Нам сейчас главное с толстячками разобраться. Потому что до этого-то с толстячками маги в основном у нас боролись. А сейчас магов не так много. Что это такое? Спокойно. Уже игра не справляется с нашей часовой серией. Так, тихо. Пошли зомбаки. Началась жесть. Какая-то полная. Надо всех ловить быстренько. Если что, у меня метеоритные наготове. Пока что вроде и так тащим. Ну, хорош. А что в прошлый раз не смогли так же? Ну, потому что Тесу не было. А маги, конечно, да. Так, ты давай там с толстячком. Угу. Мага, мага, мага докачать. Use not pass. Телепортик, отлично. Во-во-во. Пацаны там на подхвате. Не зря я пацанов тот угол поставил. Они хоть большую времени большую часть времени не сражаются, но когда нужно, они ловят. Ловят, не дают пройти никому. Красота. Так, главный герой, не стой столбом. Давай там. Хренач потихоньку. У нас здесь еще и метеоритный дождь на подходе. Угу. Давайте-ка мы его сюда запустим. Там и жирный, там и некроманты ебаные. Блять, ГГ. Что ж ты помер? Так, а, тут еще. Еще черти. Я уже забыл про них. Ну ладно. Так, давайте, наверное, вот сюда еще мага я поставлю. Быстренько прокачаю его. Пускай ТП хает их там. Зад вперед. Блять. Все, сейчас главное не допустить прорывов, потому что последняя волна. У нас 19 сердечек. Все должно быть хорошо. О, нормально там ТП хают, братья. Кастуй Аваду. Красота. Красота. Так, иди туда. Там сейчас этот призрак гребаный будет. Угу. Пацаны, они такие медленные, их туда-сюда тпхают и Авада Кедаврой добивают. Давай еще Аваду. Ну-ка, иди. Добивай. Жирного гондона. Во! Разрубил так разрубил. Красавчик. Давайте, ребятки. Вот, вот, вот это я понимаю. Вот это хорошо. Вот это прекрасно. 3 звезды. 3 звезды, совсем другой разговор, совсем другое дело, естественно. Ну? Ну? Это я понимаю. Чё, давайте попробуем на героике теперь. Ой, серия длинная выйдет. Ну а чё я могу поделать? Так, главный герой идет сюда. Пацаны, все по той же схеме. Встаете куда-то сюда, значит. Дальше. Нет, даже вот сюда. Дальше. Башню я поставлю раз. Башню я поставлю два. Ап, ап, ап. И тут не хватает. Ну ладно, поехали. Поехали посмотрим. Тут всего 6 волн.
Всего лишь 6, так что нормально. Угу, угу. Тихо, тихо, тихо. Вот сука. Давайте их убьем вот так вот. Гребаные псы. Ловите собак, сука. Быстрее, пацаны. Еще вздумали. Собак мне запустили, а? Тут, родясь, собак на этом уровне не было. Что за хуйня такая? Так, ну-ка. Давайте там, хуярьте. Потихоньку, ёптать. У нас тут прорывы, как бы, главный герой. Иди выручай. Этого ушлепка, я думаю, там задержат. Угу. Так, спокойно. Призраки, не надо. Давайте-ка вот так вот сделаем. Там и собачек сейчас поймают нормально. И этот говнюк расплавится. А вот теперь можно волну. Ай-яй-яй! Покойненько. Хорош. Так, зомбака надо убить. Пока ГГ мертвый. О, нормально. Поджарил чуть-чуть. Все, первая Тесла пошла. Отлично. Значит, сейчас вопрос будет с мелкими упырями решен. А с крупными пока главный герой будет тащить. Как-нибудь. Как угодно, дружище. Давайте, выходите там. У нас там жопа полная начинается. Ёбаный в рот. Ну нахуй. Да ну в пиздец. Да ну нахуй. Ну, блядь, поздно. Ну да. А, так, давайте еще разок. А, плохая тактика была. Давайте действовать по-другому. Тогда я поставлю вот здесь вот, наверное. Вот так вот. Здесь я поставлю ублюдков, которые будут ловить много ублюдков. Вставайте сюда тут в кучку. Попробуем немножко по-другому. Так, ты встаешь сюда, встаешь сюда. Поставим их сюда, значит, тут. Нет. Давайте пока что. Нет, давайте все-таки мага я сюда воткну. Ты иди туда. Попробуем такую схему. Дю-дю-дю-дю. Ловите, пацаны. Сейчас там у нас, в принципе, народу побольше, должны сдерживать. Так, ты давай сразу тут фигач. На подступах. Мак, 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 мак. Ну, нормально. Против толпы. Уярим.
отлично. Пока там бомжи держат, пушка их расстреливает. Это замечательно. То у нас будет первая линия обороны. Прекрасно. Чу-чу-чу. Так, главный герой идет сюда. А мы пока что вызовем, наверное, следующую волну. Да. Так, сюда, естественно, Теслу. И пусть она там зомбаков хуярит сразу в две стороны. Я думаю, так будет поэффективней, чем то, что мы две Теслы прокачивали. А в итоге прошли жердяи. Так, значит... Давай-ка статику откнем тебе, дружище. Вот, надо скелетов убивать сразу, потому что до этого они там вплотную к нам подошли. И вместо того, чтобы сражаться с жесткими ублюдками, вот, все были заняты непонятно чем. А это, конечно же, не дело. Не дело вообще ни разу. Ну-ка, подходи туда вниз. Нет, убей. А мы сюда запустим фаер-шоу. Во, ха-ха, красиво снесло. Так, где все пацаны-то? Давайте там хреначьте. Так, мага. Мага надо. Теслу надо. Все надо качать. Дружище, иди. Иди бейся. Маг там нормально расколбасил. Так, спокойно. Давайте еще, наверное, я сюда воткну мага одного. Вот, пускай там тоже подстреливает, если что, вдруг. Так, заебали. Прочистим ряд. Спокойно. Хватай, ублюдка. Нормалек. Так, тут мага. Качаем потихоньку. Вот. Туда его. Спокойно. Отойди чуть-чуть. Так, метеоритный дождь, если что, появился. Давай, сражайся. Хорош там отдыхать. Пацаны нормально, пацаны выходят. Так, метеоритный дождь. Кажется, рановато, наверное. А вот сейчас уже надо. Хорош. И толпу отфигачили. Ну-ка добей. А вы помогите. Хорош, добивай. Так. А, давайте сначала, наверное, я... Давайте вот этого мага апнем. А ты идешь сюда. Давай, 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 во. И дальше туда встречай рыцарей нафиг.
О, поебальничку. Так. То есть и делаем. Там отстреливают. Там все хорошо. Так, главный герой. Не тупи. Во. Во. Так, главный герой помер. Не очень хорошо. Но ничего страшного нет. Добивайте там скелетов. Ребаных. И ставим мага еще одного. Фиолетового. Ибо нехуй. Так, какого черта? Зомби. Всех держим. Метеоритный дождь пошел. Кучку в кучку. Во, нормально. ГГ на подлете. Со всех ног, сука, щемит. Ибо нехуй тут лететь. Собаки ебаные. Давай вот туда. А то там избиение младенцев происходит. Во! Давай, 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 круши, ломай. Топчи их. Хорош. В этот раз намного лучше идет. Так, значит, сюда еще разряд высоковольтный мы ставим. Дальше. Главный герой. Сюда. А сюда я воткну, наверное, электричку. Сделаем. Вот, а то проходят сволочи. Поверху. Проходить они там не должны. Так, призраки, призраки, некроманты. Ну, поехали. Шестая волна у нас, кстати, идет. Намного короче этот уровень, чем основной. Я надеюсь, справимся сейчас. Ну, маги там, смотри, прям выхлестывают этих гребаных призраков. Не зря я их тут ставил. Так, давайте в толпу некромантов я закину вот так вот, значит. Угу. Так, ты, дружище. На подлете. Молодчик. Вот, сука, прут, а? Ты посмотри. Так, нормально, нормально. Идет потихоньку. Потихоньку дерут. Тесла там наверху справится. Тут маги тоже справятся. Винфорс. Так, Тесла есть. Хотя уже нет смысла, но... Тем не менее. Отлично! Отлично! Звезда наша! Мы с вами молодцы. Ай, серия, правда, уже полтора часа идет с лишним, но я думаю, мы еще успеем посмотреть с вами Айрон. Поехали. Так, тут у нас получается только бомбарда гномов и защитники есть. Ну чё? Главный герой идет сюда. Давайте поставим на ту же позицию Теслу. Во-первых, сразу я вкачаю ей по полной все. Сюда, значит, казармы, наверное, да? И сюда казармы. Вот много казарм. Все будет крутиться у нас вокруг этой Теслы пока что. Вот. Вот. Так, дальше. Ну давай. Давай еще сюда. И пока что все. Поехали смотреть. Что из этого получится. Тесла у нас, в принципе, прокачанная.
у нас, напоминаю, всего одна волна. Вот. Главный герой покажет наверх. Будем встречать в самом начале, так лучше. Вот, чем где-то там задах. Чтоб сразу начинали их бить. Во. Во. Против такой толпы хуй пройдешь, к тому же. Спокойно. Пацаны, идем. Нападайте. Хорош. Давайте метеоритный дождь сверху. Вот. Так. Пацаны немножко сдохли, но это ничего. Это все нормально, это все так положено. Тесла, давай там фигач бодрее. Так, казарма, я апну, а то что-то как-то помирают быстро. И, наверное, еще электричку надо ставить вторую. Угу. Так, давайте-ка там вверху сражайтесь потихоньку. Бляха, главный герой что-то очень часто помирает у нас. Ну, правильно, не прокачанный на рыцаре сразу. Что с него взять? Так. Давайте наверх я закину, потому что там все-таки посложнее. Тут у Тесла справится, а там ни Тесла, ни ГГ не вывозит пока что. И надо ставить вторую сюда бы уже. Конечно же. Тю-тю-тю-тю. Так, казармы лучшим. Во, сразу новенькие пацаны выбежали. Отлично. Давай-давай-давай-давай-давай. Убивай некромантов сраных. Вот, суки, понизу лезут все, а. Смотри, какую толпу вызвал. Но ему это не поможет. С этой толпой Тесла справляется на отлично. И пушечка там еще добивает нафиг. О, так, я не понял, что за дела. Ну-ка, убейте тут четырех некромантов нафиг. Хо, хорош. Все, прекрасно. А там дальше Тесла, и тут Тесла. Начинают работать. Так. Вот этих прокачаю пока что. Все, нормально, слушайте. Нашли точку соприкосновения. Я все, что ли? Серьезно, ебать, какой уровень короткий. Нихуя, я тут уже приготовился. Длинной драки, а тут всего-то лишь. Ну что ж, друзья, на этом серию тогда мы закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Выберу я Тора, наверное, или нет. Ну, решим, за кого будем играть дальше. На этом, короче, серия заканчивается. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, добавляйтесь ко мне, друзья. Увидимся с вами в следующей серии по этой игрушечке. И всем до встречи, и всем пока.